Одним из способов заявить о себе на всех уровнях, дольщиками получившие в последнее время широкую известность компании застройщика Urban Group, стало массовое посещение приемной президента Российской Федерации. В субботу, 21 июля, большое количество граждан, пострадавших от банкротства Urban Group, лично обратились с обращениями на имя Владимира Владимировича Путина. В обращении указано на ряд фактов, вызывающих естественную тревогу и непонимание дольщиков, несмотря на неоднократные заверения чиновников различного ранга. Так, после проведенной аудиторской проверки до сих пор не были официально оглашены ее результаты. В то же время владелец компании, товарищ Долгин, был сам в шоке от выявленных растрат нецелевого характера в серьезных масштабах. На всех уровнях поступают заверения о урегулировании ситуации и максимальных мерах по ускорению процессов, способствовавших бы завершению всех объектов Urban Group. Тем не менее, картина на строительных объектах никаким образом не подтверждает данные заверения. Как дорогие, так и не очень стройматериалы остаются на открытых площадках. В некоторых случаях частичное подтопление вообще превращает дворы в зону бедствия, что не может не сказаться на сохранности и будущем качестве жилья и нежилых помещений. Более того, остается зависшим вопрос о социальной инфраструктуре объектов строительства. Об этом также говорится в обращении к президенту. Что молодые семьи, что пенсионеры не хотят жить в пустых районах, не имеющих детских садов, поликлиник и всего обещанного, жизненно необходимого, заявленного изначальной концепцией застройщика. Также, несмотря на многочисленные ТВ-эфиры с участием представителей различных профильных фондов и чиновников, до сих пор не оглашается дорожная карта по предстоящему принятию мер по ликвидации сложившейся ситуации. Такими мерами, способствовавшими бы социальному пониманию властей дольщиков, стало бы участие государства в их судьбах в виде возможных изменений в банковской системе. Это инструменты, повлиявшие бы на ипотечную ставку, снижение или замораживание выплат, щадящий график. Это снизило бы напряженную ситуацию с тысячами дольщиков и их семей, которые все вместе представляют собой серьезную, возможную и на данный момент пока еще не протестную массу. В конце концов, государство в лице чиновников сыграло немалую роль в ситуации с Urban Group. Детали и фамилии, подтверждающие это, можно без труда найти в соцсетях. Почему же дольщики должны расплачиваться за отсутствие государственного надзора и слабость законодательной базы? В то же время некто легко и непринужденно использует в личных целях миллиардные суммы. Миллиардные махинации, как всегда и почему-то, не стали предметом рассмотрения и расследования в уголовном плане, что является особым вопросом, имеющим глобальный коррупционный подтекст. Одной из возможных версий произошедшего можно считать начало повышения государственного участия во многих сферах, в данном случае в строительной отрасли. Тенденция государственной монополизации прослеживается давно в различных заявлениях и событиях. Это и создание одного, единого оператора сотовой связи, витающее последние несколько лет. Это и массовые банкротства туристических операторов в возможном последующем создании одного, естественно, государственного. Это и также массовые отзывы лицензий у банков. Вот только почему за подобные глобальные мероприятия, возможно, имеющие благие цели, но почему-то носящие явный характер рейдерских захватов, должно расплачиваться население, теряющее свои деньги. Массовое отсутствие компетенции и безграмотность амбициозных в своей корысти и зачастую занимающих свои места по принципу удобности и сговорчивости чиновников в государственных институтах не должно влиять на уровень жизни населения. Иначе можно получить опасный ответ. Причем не только в лице десятков тысяч обманутых дольщиков, но и в прогрессирующем количестве голосовавших на выборах за заранее обреченные, обманутые надежды на изменения к лучшему.